зовут? Панасюк Андрей Николаевич. Что здесь делал? Приехал, сейчас отправила меня. Отправили с каким заданием? Что Ром, сказали? Ром. Сказали защищать Родину. От кого? Сказали, что защищать Родину от чеченцев, там, от чеченцев кого-то. Встретил тут кого хоть одного чеченца? Нет, я никого не встречал. Я не хотел никого убивать, нахуй. Ну если закон такие, если я пошел в армию. Ты же контрактник. Ну, а что, должен... что думаешь о своем руководстве? О, да, да. Честно скажи. Я вам говорю честно. Что о своем руководстве думаешь? А... Я никогда не хотел. Что ты своим землякам передать хочешь? Чтоб в будущем мир и спокой был. Не надо никого убивать. Лучше жить мирно и счастливо. Сожалеешь о том, что нет, я сюда пошел? Нет, не сожалею, я сюда ехал, сожалею. Ты в курсе, что здесь мирных людей убивают? Детям твои сослуживцы. Ноги отрезают. В курсе или нет? Не... Что об этом скажешь? Это очень плохо. Очень. Где трактор? Нехорошо. А ты жить хочешь, да? Я хочу жить. Я еще не побачил ничего в своей жизни. По-русски разговаривает. А он побачил, смотри на него, он побачил, ему 17 лет, он побачил. Я Панасюк Андрей Николаевич, я близкий знаю. Я служу 25-й часы. Я приехал сюда. Мы поможем тебе сейчас, мы в санчасть тебя отвезем, не переживай. Наши врачи помогут. Я сожалею, что так вышло. Я каюсь. Свободно алкоголь. Каюсь даже. И тут нормальные люди, они тоже защищают свои семьи. Они не хотят тоже поганого никому. Я дуже каюсь в цьому, що я сюди вообще прийшов. И хочу, чтобы был мир на всей земле. Послушай, друг, когда мы отпустим тебя, передай своим друзьям, передай своим землякам. Мы на своей земле, мы просто хотим жить и работать. Я тоже хочу жить и работать. Так зачем ты воевать пришел на нашу землю? Тоже хочу жить и работать. Большая техника с вами. Мне не надо, без фонаря вы там не тиранитесь. По артиллерии что стоит? Ой, по артиллерии вона, походу, разбомблена після вчорашнього дня вся повесть. Да? Да. А занули мы вас, да? Минометных расчетов сколько осталось? Алло. У нас минометов не было. Только артиллерия? Я не видел. Какие пушки? Вот это Ленина, 320, самоходная гаубица, 2С1 или 2С3? Рома, не напрягай его, Рома. Мы же 2С1 или 2С3? Какие гаубицы стояли? Я не разбираюсь в этих пушках. Ладно, хорошо, успокойся. Какой вам приказ утром дали? Для чего вас утром заслали к нам? Это третья рота, нам да? Сказали, что наш командир сказал, что надо нам отступать. Это вы так отступали? Командир так сказал. И послал вас сюда отступать, да? Да. Чтобы вы отступали в село Шахтерское, да? Откуда вы отступали? Походил, мы ехали. Откуда вы отступали? Отступали вы откуда? Вы зашли не из Шахтерского, вы зашли из Новосибирского. Нет, я тебе объясню, да, большие. Сколько потерь? Я не в курсе. Соляра есть? Колонна дошла до вас, соляры? К вам позавчера колонна шла. А о чем вы ехали? Как вы заправлялись? Вам позавчера колонна шла. Ну соберись, соберись, не плыви. А то мы сейчас тебя взбодрим, блядь. Есть метод, блядь. Можно обезболивающе, пожалуйста. Сейчас тебе врач поможет. Один, у меня не массовый батя. Ну плывет, плывет. Сока или черновое? Чернового. Чернового заходили, да? Да. Мы с него сошли. Да. Там на Черновом церковь внизу стоит. Я не знаю, шел по ним. Вот и там такая. И там тоже батя церковь. Да. И с Чернового зашли. Ну, разорвало. И прямо сейчас все. Ну, здесь мы вас выбили, куда вы ушли? Когда мы вас выбили с Шахтерска, куда вы ушли? Вот с нами ехали, короче. Куда вы ушли, когда мы вас выбили? Куда вы ушли? В какое село? Нет, мы стояли в Шахтерске вчера, когда вы у нас... Здесь, в Шахтерске, вы стоять не могли? Да. Я тебе отвечаю, я может быть... А где вы стояли в Шахтерске? Где именно? Да. В Шахтерске где вы стояли? Тут уже ампутация полная. Конечно, с откуда, по-любому. Вот
уже нехуй ловить. Да ну а что ты переживаешь уже там, блядь? Ты то живой будешь, мы тебя домой отпустим. Просто скажи мне, откуда вы зашли и куда вы шли. Вот и говори. Я вас обманивать не собираюсь. Ты со мной общайся. Обманивать не собираюсь. На меня смотри, успокойся, никто тебя не дрогнет. Я помогаю. Мне врач помогает, видишь? Вижу, можно? Просто скажи, сколько техники с вами шло? Что? Сколько техники шло? Держись. Сколько шло техники? Подними чуток выше. А он не поднимет. Сколько шло техники? Сейчас замотаем. Сколько я видел, я скажу, сколько? БМД сколько шло? Подожди, там доправ, не просил, сейчас кто замотает. Наташ, покажи сюда. Спасибо. Постарайтесь его, чтобы он живой был. Ему 20 лет, жалко эту паскуду, блин, правда. Спасибо, что привязан. Лежи, лежи. Лежи. Давай. Маме твоей тебе передадим, блин. Идиота, блин. Спасибо, что спасибо, что такого идиота привязан. Не волнуйся, не волнуйся. Лежи, не волнуйся, солнышко, все тебе сделаем. Ну что, помощь оказывать, да? Да, спасибо большое. Позывной. Правильно, правильно. Сынок, позывной какой у тебя? Там есть позывной. Нет. Позывной нет у тебя позывного? Нет. Ну рассказывай, нормально все? Да, все нормально, спасибо все, вам хорошо. Большое, что привезли меня. Так, ну короче, помощь оказывают. Да. Можно там сейчас, чтобы без подробностей снять? Можно дальше. Будете прочищать сейчас? Да? Будем оперировать. Сначала, а потом операцию. Оперировать. Все нормально будет. Да. Выживет, да? Конечно.